Всем привет, вы на канале Скейтер. Сегодня мы встретились с Даней, с Егором. Да. Даня! Даня, алло! 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 Так может ты расскажешь суть видео? Сейчас. В общем, сегодня мы с Егором поедем на родину мать. Он попытается скатиться там с памятника. Там получается. Пацаны, я ступеньки увидел. Давай так дальше. Вот, поедем на один памятник, скатимся там. Кто скатится? Егор скатится. А, ну я скачусь, там, да? Да, там вот такая вот плитка и. Да, хорошая плитка. Да. Угу. Он скатится там. А еще в этом видео мы с Егором пройдемся по дворам в поисках уличных, как сказать, уличных спотов. Короче, пацаны, сегодня будет видос, посвящен Егору. Сегодня практически чисто он будет кататься. Так вот, а какую катку сегодня увидите от меня на фингере? Пишу видео. Давай. Давай, дальше мы снимаем фильм. Я не успеваю. Я не успеваю. Замедление. Вау. Ой-ой-ой-ой, на ключи упал. Видео будет очень веселым. Прям слишком веселым. Очень веселым. Очень веселым. Да. Обалдеть. Обалдеть! Обалдеть. Это трюки. Зачем? Извини, я чихнул. Да, я... Пацаны, видели? Это все моя магия. Да, я чихнул. Да. Магия. Это тоже.
На велике, на всем здесь запрещено. А пешком? А пешком нельзя? Даже концерты отменить, слава богу. Серьезно? Да. Из-за того, что здесь плитка? Из-за того, что это в центре города, напротив драмтеатра. Должна быть какая-то нормальная. А что, нет, вот не пиво пить, а будет раскататься. До этого и сделано. Где? 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 Покажите. Подождите, сказать запретить, это ничего не сказать. Где конкретно это сказано? Да так, спасибо большое. Почему ты пивный? А какой еще? Я воспитываю таких детей. А я не воспитываю? Да? Мои стреляют из лука. Да вы что? Да. А мои с пулемета? Из пулемета. Спасибо большое. Спасибо. Все, отойдите, плиз. Теперь осталось ступени вот сделать. О! Катил. Скейт-парк есть? Есть. Есть. А что вы катаетесь здесь? А я постараюсь, это моя мечта была. Знаете? Мечта не надо, а моя мечта. Один раз еще. Один проблема. Раз. Я как человеческий была, не катайтесь. Проблема у меня, поэтому мне пофиг хоть оттуда катать. Сам даешь. Ну давай, пацаны, понимаете сами. Все равно я сделал. Стремная фигня. Она не скользит долго, просто когда. Ну ты просто криво поставил. Нет, ты знаешь, как-то страшно, все равно есть страх. Ну я понимаю. То, сразу вид не включаю. А? Хватило. Последняя попытка для меня была последней, так как я упал на палец. И из-за этого у меня почти сильно пух и болит. Потому что я не стал больше рисковать, так что я буду в следующий раз выбирать. Помните, Денис пытался скатиться с рампы? Вот, смотрите, он все-таки скатился и прислал мне видео. Денис красавчик. Ну все, Денис, он красавчик. Решился, скатился. Хочу извиниться за то, что не было видосов уже месяц. Потому что мы все собраться не могли. Снимать вдвоем одному это скучно и очень тяжело. Ребята, никогда, если вы получили какую-то травму, да, там палец или нога болит, да,
ну, лучше не надо делать, повторять попытки, потому что это может быть все хуже. Если там, допустим, у вас ушиб, вы можете довести это до перелома, серьезно. Так что лучше отдохните, когда получите травму. Да, лучше отдохните и с новыми силами возвращайтесь в скейтбординг, продолжайте. Сегодня до нас докопалось очень много народу. Да, очень много. Очень много. Ну как много? Ну не особо, но... Но знаешь... Такое. Сегодня докапывались. И когда мы не снимали, тоже докапывались. Да, это мы тоже. Давай я сейчас тоже попробую. Нормально. Вот мы пришли вот на такой вот спот, и Егор хочет сделать вот по этой вот штуке, по ней завозятся коляски, хочет сделать отсюда фифты, по ним вот он хочет сделать фифты. Покажи, как это будет выглядеть. Типа, ты такой ставишь доску, да? Встаешь. Стой. А. Ага, и съезжаешь. Ну, короче, будет весело, да? Еще как? Еще как? Mm-hmm. Почти. Блин, без парафина вообще тяжело. Да, жить тяжело. Скейтер. Да. Вот это было опасно. Ты часто пауэрслайдишь, из-за этого у тебя колеса стираются. Почти. Я это доберу, я это хочу. Не выгнали бы нас. Да не нас. Давай, 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 давай. Оу. Я вышел? Да. Может, переделаешь? Да, кривовато. Ну, красава, взял же. Вот, закрепился. Давай, толчок небольшой сделай. Ну вот и подошло это видео к концу. Надеюсь, оно вам понравилось. Все ссылочки в описании, в Инстаграме, ВКонтакте. Все под видео. Переходим, подписываемся. И на нашу группу, на две группы. В Инстаграме и ВКонтакте. Скейтеры. Все ссылочки будут в описании. А с вами были мы, скейтеры. Всем пока.